Всем привет! Сегодня изумительная погода, просто прекраснейшая. Мы сейчас находимся на Комсомольской площади. Одна из центральных двух площадей Хабаровска. Я даже не знаю, какая по важности более значимая. И вот сегодня такие красивые облака. И вместе с тем небо голубое. После дождя такая вот интересная погода. И даже хорошо просматриваются горы Хикцира. Вот видите, сопочки там немножко вдали. Ну, в общем, так. Немножечко предлагаю погулять по парку ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха. И показать, что у нас тут как. Это тоже очень все прекрасно сделано. И я очень люблю эти места. Поэтому, надеюсь, вы тоже получите удовольствие от этой прогулки. Вот у нас много туристов в последнее время стало. И я не считаю, что это плохо. Пускай приезжают к нам, отдыхают. У нас действительно есть что посмотреть. Очень аккуратный, ухоженный город. Давайте завернем сюда. Конечно, минус в том, что деревья повырубали, когда делали реконструкцию. Но с другой стороны, посмотрите, куда не повернешься, отовсюду вид прекрасный. То есть не загораживает Амур, на самом деле. Просто ты гуляешь и наслаждаешься видами. Ну, а деревья вырубили не все. Вот видите, сосенки стоят красивейшие. И дубы. Ну, то есть, видимо, делали это грамотно, с умом. В общем, не в обиде я на них, конечно. Вот такие кусочки ландшафтного дизайна присутствует. Сейчас уже, конечно, все подвяло, но вообще было очень красиво. Я знаю, вы, конечно, напишите мне в комментариях, что хотите увидеть, как это, когда было все красиво. Потому что я что-то, если не допоказываю, то обязательно. Ну, буду стараться и покажу больше в другой раз. Вот чудесные сосенки такие. Молодые еще, но они прижились, поэтому они вырастут вот большие. А вот эти уже постарше. Много очень людей гуляет. Вон еще островок, видите, ландшафтного такого мастерства. Ну и вот такие вот скамеечки. Можно посидеть, посмотреть на Амур. Полюбоваться. Это место я тоже очень люблю. Сейчас вот покажу вам. Отсюда вид. Пока не очень видно, но немножечко еще пройдем. Вот зашли в тенек. Там сверху троллейбус идет. Я здесь уже гулял, показывал вам, но не могу держаться. Еще раз хочется снять, показать, потому что, ну, здорово. И вот сейчас дорога пойдет до утеса. И вот там внизу такой закуток сделали. Сейчас покажу. Такая площадочка. Не знаю, для какой цели. Оттуда ничего не видно. Ну, просто, чтобы было, как говорится. Птички поют здесь всегда. Тут немножечко, конечно, требуется реконструкция, но не сильно. Вот эта вот побелка, она опять подводит. Вот здесь всякие концерты небольшие устраивают, тренировки, зарядки на свежем воздухе. Хорошее местечко такое. Оно, кстати, и раньше стояло, до того, как я родился. Просто делали реконструкцию, перестроили все. Ну вот, мы видим графа Муравьева-Амурского. Но я туда не пойду, а пойду туда, в направлении к музею. Сохранили все эти скульптурки, подкрасили.
благодарим за бережное отношение. Вот мне всегда нравится, когда так пишут. Когда пишут, что не ходить по газонам. А по-человечески пишут, и люди как бы по-человечески относятся к этому. Вот краеведческий музей. Сейчас вы увидите скелет кита. Раньше он стоял в отдельном здании, но сейчас его поместили прямо внутрь краеведческого музея. Кстати, там здорово, в краеведческом музее сейчас стало. Действительно, все там сделано очень хорошо и очень качественно. Рекомендую посетить, если будете. А вот скелет кита. В отдельном помещении туда никому нельзя заходить, только уборщики убирают. И вот информация. Финвал. Вот такой вот красавец финвал был когда-то. Его реставрировали тоже. Доделывали эти кусочки, которых не хватает скелета. Вот старинный трактор, на котором можно покататься. Все детишки любят сюда залезать. И пушки. Все пушки на месте. Кто давно не был в Хабаровске, сообщаю, что с пушками все в порядке. Уже, конечно, цветочные клумбы уже не те. Немножечко к осени подвяли. Уже вчера было плюс 8. Ну, холодновато, объективно. И вон гостиница «Интурист». Нетронутая цивилизация. Как стояла, так и стоит. Ничего в ней не меняется. А пушки вот такие красавцы. Я вот представляю, как эти казаки и прочие люди сюда шли на Дальний Восток вот, и тащили с собой вот такие пушки. Это капец, наверное, по лесу. Ну, мало приятного. Дорог же не было. И еще там нижний есть ряд. Вот такая прогулочка. Всем пока.